На рабочей встрече представители сельскохозяйственного сектора республики поделились с главой региона проблемами, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности, а также предложили свои варианты их решения. Из-за боевых действий на территории республики сезон посева сельскохозяйственных культур прошел не в том объеме, что необходим региону. В связи с этим будут приняты все необходимые меры по созданию в регионе благоприятной среды для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности. В ответ я потребую следующего. Нормальной работы, выполнение всех условий и требований правительства, которые будут направлены так в вашу пользу, в пользу всего народа. Ситуация в аграрной политике у нас очень сложная, вы сами понимаете, что посевные, которая должна была пройти, она в том объеме, как планировалось, не прошла по ряду объективных причин. В этом направлении мы тоже работаем, и вы тоже об этом прекрасно знаете. Одним из ключевых вопросов, интересующих местных аграриев, стал вопрос налогообложения земельных паев и предприятий. Платить будут все. Ну, если вы сталкивались, то в городе Донецке на сегодняшний день не осталось фирм, которые не платят, независимо, если там чьи они. Ставки сборов платят все. Поэтому и в сельском хозяйстве. Ну, сейчас у вас ситуация сложная в связи с тем, что на ваших территориях были военные действия, многие поля еще не разминированы и так далее. Но мы подходим в каждом случае индивидуально. Сейчас разрабатывается налоговый кодекс. Ну, до 1 января не факт, что мы успеем. В разработке налогового кодекса участвуют все профильные министерства, в том числе и министерство АПК. Для обеспечения торговли на территории республики главой государства было предложено создать бизнес-площадки, которые поспособствуют полноценному товарообороту и помогут наладить экономическую систему, поскольку в настоящее время наши производители находятся в затруднительном положении из-за практически отсутствующих внешнеэкономических связей. Также глава Донецкой Народной Республики прокомментировал ситуацию с обеспечением аграриев необходимыми азотными удобрениями и крупнейшим в регионе предприятием «Стирол», ранее занимавшимся их производством. По поводу завода «Стирол». Процесс запуска этого завода начался еще в прошлом месяце. И на сегодняшний момент, уже частично он уже работает, там некоторые цеха уже запустились. И я думаю, где-то еще недели, наверное, полторы придется подготовиться для запуска остальных. Там, буду говорить откровенно, была часть заминирована, пришлось разминировать. Частично было кое-что повреждено. Но самая главная проблема – это газ. Газопроводы были перебиты в 7 местах. То есть, я думаю, где-то полторы недели, и завод «Стирол», пускай не в полном объеме, но для удобрения он просто будет решаться. Анна Триксель, Тарас Мирный, специально для «Новороссия ТВ».